Дорогие друзья, сегодня открытие рабочего дня. Вот, видите. Только что был запущен первый портфель. Было очень много вопросов по тому, что это такое. Это не Excel, это Visual Basic. Это облегченная программа, которая распределяет портфели на большое количество разных клиентов. С этой одной штучки можно запускать любое количество ордеров. Видите, сегодня было уже 15 акций в портфеле, вот они. Вот. Сейчас позиция 90 тысяч долларов, этот портфель будет ротироваться минимум 5 раз за сегодня. Так что, кто думает, что это Excel, на самом деле это Excel Visual Basic, сделан специально для облегченного запущения, запускания ордеров. Видите? Это сегодняшний портфель, вот можете посмотреть. И вот его начало. Портфель будет ротироваться много раз.